Православное Закамье представляет «Жития святых». Святые мученики Трофим, Саватий и Даримедонт пострадали за Христа в III веке. Однажды Саватий и Трофим пришли в Антиохию, когда там происходил языческий праздник. Видя это шумное и нечестивое торжество, они с большой горечью смотрели на людей и, помолившись Господу, начали проповедовать им о Христе. Спустя некоторое время их привели на суд к правителю, который пытался различными уговорами склонить их к отречению от Христа и принести жертву идолам, на что получил категорический отказ. Тогда Трофим и Саватия стали пытать. От жесточайших мучений Саватий скончался сразу же, а Трофима послали к правителю Фригии Дионисию. Для того, чтобы усилить мучения христианина, язычники надели ему на ноги железные сапоги, внутри которых находились гвозди, и отправили на суд. Когда Трофим прибыл к Дионисию, то подвергся от него еще более жестоким мукам, но так и не отрекся от Христа. После продолжительных истязаний святого бросили в темницу, где его стал посещать сенатор Даримедонт, который был тайным христианином. Узнав об этом, мучители пытались заставить и его отречься от Господа и вернуться к языческой вере, но, получив отказ, бросили сенатора вместе с Трофимом на съедение зверям. Однако хищники не тронули христиан. Тогда разъяренный правитель приказал обезглавить святых мучеников.